Если ты чувствуешь какой-то недуг, то прямо сейчас подойди к экрану. Приложи к нему левую руку, затем правую, а теперь медленно лизни кинескоп. Чувствуешь небольшое покалывание? Все нормально, это физика. Теперь ты полностью здоров. Смотри шоу «Well Done». Привет, меня зовут Вильдан Милышев, и я уверен, развязку этого шоу вы ждали больше, чем последний сезон сериала «Игра престолов». Это финал шоу «Well Done». Мы начинаем! И вот они, лучшие, среди лучших, те, кто дошли до финала второго сезона. Вы финалисты, вы молодцы, слева от меня уже всем известные. Игроки лучшие среди всех своих соперников, актеры музыкального театра нашего Крымского. Спасибо, это он уже думает, что я его представил, ладно. Арсен Джемилев. Всем привет от Арсюхи, артиста музыкального театра. Ребятки, мы на самом деле большие красавцы, потому что мы уже в финале. Мы молодцы. Так что я желаю ребятам-рестораторам удачи, и пусть победит сильнейший. Мы принимаем бой. Танюша Корниенко. Всем привет, это снова мы, музыкальные театралы. Меня зовут Таня, и мы в финале. Ну что, сегодня мы играем с рестораторами, и я посоветую вам дать команду своим людям накрывать столы в ресторанах, где мы будем праздновать свою победу. Но вы, ребят, не расстраивайтесь, мы оставляем хорошие чаевые. Всеми нами, и не только нами, всеми многоуважаемый Виталий Таганов! Я Виталий Александрович Таганов, он же Виталий Александрович, он же Таганчик, Тагаша, Тагашечка, Тагасик, Таганович. У меня свои счеты с ресторатами, управляющими современными, потому что моя мама была шеф-поваром заводской столовой, и она могла накормить тысячи рабочих. Да, когда не хватало продуктов, она добавляла в борщ лободу. Не ту лободу, не Светлану, а лободу. И теперь я понимаю, что я должен за нее ответить и доказать, что мы сильнее, и я воспитан на других основах. Сразимся! Напротив вас ребята, которые именуют себя рестораторами. Ну, вы уже с ними тоже знакомы косвенно по другим играм. Итак, рестораторам овации! Вова Ким! Добрый вечер, здравствуйте. С вами Владимир Ким, и мы команда рестораторов, заряженная на победу. Так давайте же сделаем это. Давид Унанян! Всем привет! Меня зовут Унанян Давид, и я представляю команду рестораторов. И сегодня мы играем против команды актеров. Знаете, я с детства мечтал быть актером. Но сегодня я увидел, сколько они зарабатывают, и понял, что официанты в наших заведениях зарабатывают больше. Пожелаем им удачи, и победит сильнейший. И Тимур Бекаев! Привет, я Тимур тот, что Бекаев, и я представляю команду рестораторов. Мы рестораторы в жизни, и преподаватели, и критики, и актеры, то есть все те, кого мы выиграем и выиграли. Спасибо. Друзья, не забываем, напротив меня, рядом с вами наш диджей Денис Япаров. Друзья, без изменения традициям мы начинаем с названия наших команд. Таня уже готова, ты будешь на ЦУИФА играть? Нет, а кто? На ЦУИФА выбираем победителя. У нас есть команды Арсен и Давид. Окей. Есть, ребята, аплодисменты. Друзья, кто же будет называть команды? Раз, два, три, да? Как хотите, договаривайтесь. Раз, два, три, да. Раз, два, три. Спасибо, Давид. Против нас сегодня играет татарин, армянин и кореец, поэтому такая Славяне. Сборная соляночка такая у нас будет. Команда солянка. Солянка! И чтобы ребятам не было обидно, мы тоже назовемся блюдом. Да, вот праздник, мы. Да, праздничной оливьешечкой. Оливьешечка! Отлично! Арсен, спасибо. Начинаем, друзья, с первого конкурса. Называется он «Поисковик». Система та же самая. Я ввел в поисковую систему некоторое слово. В этот раз оно словосочетание. И вам нужно угадать топ запросов по нему. Итак, начнем с вас. Когда мне... Когда мне будет 18? Когда мне будет 18? Будет 18? Ну, будет совершеннолетие или 21? Нет, нет, такого нет. Нужно точнее, но там по возрасту тоже кое-что есть. Когда мне? Скучно. Когда мне скучно? Когда мне скучно? Когда мне скучно? Нет такого! Когда мне? Когда мне будет 60?
Почти. Когда мне будет 85, молодец, когда начну я тапочки терять? 5 баллов есть его, да? Когда мне было... Когда мне было 13 лет. И когда мне было 13 лет, или сколько там, я копил на новый велосипед. Когда мне было сколько-то лет, да, я копил на новый велосипед. 5 баллов есть, да. Итак, следующее начнем с вас. Слово «далекий». Далекий. Что есть в топах запросов по слову «далекий»? Далекий что? Далекий. Далекий. Актеры, актеры. Далекий человек. Далекий человек. Далекий человек. Нет. Вообще. Далекий край. Далекий край. Фильм 54-го года. Далекий край. Далекий свет. Далекий свет. Далекий свет. Ну, пожалуйста, далекий свет. Нет! Люди, вы молодцы. Вам аплодисменты. Мы желаем знать оценки. Назови баллы, Денис. Озвучь. Начинается наш финал, и начинается он с такими баллами. 10 баллов зарабатывают рестораторы. И... Актеры, ну давайте поднажмем 5 баллов, это только начало. Нормально. Есть, да. У тебя скоро яркое событие. Идея, свет, звук, сцена, агентство. Большая перемена. Следующий конкурс называется «На языке верчу». Вы знаете, как в него играть. А песня переведена на много языков и вновь вернул ее к русскому языку. А с кого начнем? С кого? Тимур, да, давай, выходи. Отлично. Итак. Такси, ну, как котенок, мурлыкал у его ног. Я не знаю, что сказать, может быть, я люблю тебя. И падает снег, моя щека бьется. Я очень болен, температура. Это обычное твое состояние. Ты по тексту читай, хватит о себе. Я стою и жду тебя, как идиот, чтобы поймать снежинки во рту. Очень мягко, классный вечер. Сделай нечу. Я встаю и жду тебя, как идиот. Болею очень. Да, болею очень. Глюкоза. Снег идет. Молодцы. От вас кто? От вас кто? Танюша, выходи. Итак, давай-ка попробуем вот эту песню. Я буду спасен от твоих слов, я буду целым. С годами имидж не та цена, которой я являюсь. По крайней мере, я спасу тело от твоих луков. Я не найду душу подо льдом. Ву! О, как Вали кровь готовит. Эта девушка больше не спит, меньше слов, больше никаких дел. Каска поплакала. Кто? От вас? Кто? Кто? Итак, меньше слов. Держи. Итак, поехали, слушаем. Боб, давай, громко. Ты обещал написать, ты обещал рассказать. Нет, от тебя нет ни строчки, ни слова от тебя напрасно. Я поверил в твое признание. Громче! Давай громче! Давай еще раз громко только. Да может быть, это было даром. Может, ты никогда не говорил мне, что это за наказание. Мой ребенок, я скучаю по тебе. Дальше говори! Да я хочу спорить! Ну говори, нам нужно читать, слышать. Ты далеко и не скучаешь, но я вернусь. Оливье! Да! Крошка моя! Крошка моя! Танюша вам приносит прям баллы! Итак, ребят, эту песню, эта песня у нас в крови просто. Читай. Ни в коем случае никто не поглаживает. Я в садоке, мы червь, и червь-монстр. Такой велосипед, я положу ее в рот. И тихо-тихо, вкусно-вкусно. Оливье, Верка-сердючка, я тихо шла-шла-шла, пирожек. Нет? Да, это Верка-сердючка, а я положу его в ротик, и тихо, ням-ням-ням. Верка-сердючка, 5 баллов есть, да! Гоп-гоп-гоп, чини-гоп! Друзья, два конкурса прошли, ты слишком открыто радуешься, нельзя настолько. Денис, озвучь, порадуй ребят, ну, баллы. Мне кажется, нету повода им не радоваться, ну, потому что они просто порвали в этом этапе. 25 баллов! 25 баллов!
Ну а ребята, как имели десяточку уверенную, так и имеют. Стабильность! 10 из 10, да? Ребятки, следующий конкурс «Что за покемон?» правила. Помните, за минуту нужно догадаться, что за личность скрыта за вашей спиной, на стикере нарисована. Команда отвечает только «Да». Или нет? А с кого начнем? С кого начнем? А они успели, значит, вы начинаете. А кто от вас? Таня? Да. Итак, стикер, пожалуйста, у нас уже на стене. Стикер есть. Знаете ли вы этого человека? Молчи! Кто знал? Кто знал? Кто знал? Да? Все готовы? Минута у нас пошла. Мужчина. Да. Живой? Нет. Мёртвый. Живой. Да, да, живой. Ну уже почти. Хорошо. Да, живой. Так, живой. Политик? Нет. Нет. Актер? Нет. Нет. Режиссер? Нет. Нет. Певец? Нет. Так, сейчас, как его, ведущий? Нет, 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 нет. Еще есть. Так, бодибилдер, спортсмен. Ну, спортсмен. Да, спортсмен. Хорошо, так, дальше, кто, ой-ой-ой. Ну, спорт. Самый популярный спорт. Спорт, футбол. О, господи, Россия. Да. Дзюба. Дальше. А, так этот, Акинфеев. Дальше. А, потом, так, еще. Девчоночка, ну ты его не знаешь, но у него жена ведущая на канале, бывшая. А, я знаю, сейчас такой белый. Бросил детей, ты должна понимать. Я не знаю вообще. Бросил детей, бросил семью, забил 4 очка. Урод. Господи. А, это невозможно, девчушка. Ой, я бы отдельно чисто за урода, бросившего семью, да, опять. Но нет, ну нужно, ну... Покер Ливерпулю забил за Арсенал, играл. Да ты что? Такая подсказка отличная. Девочки! Я греюсь, да, я же говорю, подсказывает, ты думаешь, она знает. Смешной, как из театра образцового кукольного. В Голландии решающий гол. За Кайрат играл. У него еще, Танюш, у него еще фамилия. Фамилия у него Аршавин еще, фамилия. Да, у него еще фамилия Аршавин. Андрей, да! Ой. Кто? Отлично, давай. Итак, Давид, стикер уже у нас на стене. Стикер есть. А вы знаете, кто это? Попробуем. Давайте, на счет 3-4 все готовы. Готовы. Минута пошла. Мужчина, актер, нет. Певец, нет. Спортсмен, нет. Политик, да. Политик, да. Известный российский. Да. ЛДПР, да. Или Единая Россия? Нет. Единая Россия? Да. Да ну что ты делаешь? Единая Россия, да? Наверное. Этот, Лавров? Нет. Этот, Иванов есть там, этот, не Смирнов. Ну, Медведев, Путин, блин, Петров. Нет, этот, Да, видимо, он не знает. Кто там еще? Шойгу, кто там? Мюллер? Нет, этот, президент Газпрома кто? Да. Это? Миллер, о, блин, этот, как этот? На М, да? Да. На М. Мужчина на М. Мужчина. Тык-тык-тык. Давайте вторую букву отгадывать. А! Я отгадал. Я даже не знаю. Милонов, ну ты же слышал эту фамилию? Виталий Милонов. Да ну прекращай. Ребята, это финал. Так, не переживаем. Дальше идем. Песни «Цвет настроения синий». Ага, ага. Итак, давай-ка, стикер на стеночку. Я бы его не отгадал. Стой, ты знаешь? Ты знаешь? Я живой! Стой! Подожди! Ты да! Итак, он дышит, все в порядке! Итак, запускай скорее! Время идет! Я живой! Нет! А мертвый! А литературный герой! Нет! А киногерой! Нет! Нет, писатель! Нет, политик! Писатель! Писатель! Государственный деятель! Нет! Еще! Спортсмен! Нет, подожди, еще писатель, актер, музыкант! Да! Музыкант! Да. Живой, не живой. Нет. Музыкант! Подожди! Средневековье! Не русский! 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 Подождите! То есть, как бы, русский инструменталист или композитор? Композитор Чайковский! Да!
здесь 10 баллов. Все отработал чечеткой на все 100. Виталик, отдельно спасибо. Давай. Итак, давай, стикер на стеночку. Этого человека вы должны знать. И если вы скажете, что вы его не знаете, да, то это будет стыдно. Итак, все готовы? Минута пошла. Мужчина. Живой, не живой? Нет. Не живой. Актер? Нет. Спортсмен? Нет. Художник? Нет. Композитор? Нет. Музыкант? Нет. Ну, что есть еще? Есть еще что-то? Да, что еще есть? Творческие люди могут быть. А, твой писатель? Да. Пушкин? Рядом все, ну давай, перечисляй просто. Да. Кто еще у нас есть? Может спроси по направлению, писатели ведь разные, много пишут. Стихотворение, да, пишут? Нет. Вер, задавай вопрос. Пам-пам-парам-пам-пам. С этим вообще у меня плохо. Учитель литературы сейчас смотрит, наверное. Давай, перечисляй, просто перечисляй всех. Не поэта, прозаик. Прозаик, видимо, они имеют в виду, наверное, да? Это. Перечисляй, просто всех перечисляй, кого всего. Ты знаешь. Всех век перечисляй. Век назови. Ты назвал Пушкина, дальше говори кого-нибудь. Ну, может, есть что-нибудь еще как-нибудь? Обернитесь. Что вы там из космоса все придет? Все плохо, нет? Ну, это Михаил Булгаков. Аплодисменты, да. Двигаемся далее, и нам вновь нужно узнать баллы. Называй цифры. Оливьешечка зарабатывает 35 баллов. Ребят, рестораторы, вам нужно как-то что-то делать, искать пути. Да, искать пути лучшей стабильности, потому что как было 10, так и осталось. Ну, 10 это стабильно. И вновь вот здесь кто-то есть, что-то есть, нечто, как-то, где-то. Конкурс «Кто там?» начинается. С вас начнем. Кто? Давид. Подожди. Напомню, ребята, вам. Попрошу просто как бы показывать эмоции, но не давать понимание того, что там находится, хорошо? А ты постараешься максимально подробно рассказать, нащупав это, что там находится. Как там, кто там, что там, где там, что, кого. Это можно приготовить? Ты можешь сделать с любым все, что угодно. Поэтому, думаю, да. Тебе это очень близко. Хорошо, этот... Обувь тоже из этого подойдет? Давай попробуй, как бы. Найди, левее, найди. Левее, только аккуратно. Да. Еще левее. Левее. Еще левее. Левая рука левее. Еще. Еще. Не бойся. Да не переживай, конечно, не бойся. Это ж не твоя рука. На себя. А теперь трогай, кто? Гладим. Мне кажется, это просто питон. Вот хвостик такой хороший. А вот к морде потрогай за морду. Блин, у меня ремень такой был вроде бы. Возможно, и ремень такой был. Это кто? А, крокодил! Давид молодец, 10 баллов принес команде, да. Кто смельчак или Танюш пойдет? Не-не-не. Танюш пойдет? Нет? Нет? Ну ладно, Виталий, аплодисменты. Виталий, давай, идем. Старый, отработанный материал. Все уже пожил. Мы по схеме, по старой схеме. Балли откусит часы вместе с рукой, обидно будет. Итак, ребятки, давайте-ка посмотрим, кого там сейчас будет трогать наш Виталий. Нормально. Давай. Давай. Оно что-то... Тихо. Он шевелится. Чё щупаешь? Что там? Куриные лапки. Ну что это такое? Это мы будем сегодня... Ой, у меня джазик собака, я приготовлю. Забирай. Да я тебе потом отдам пакет. Давай сюда. Аплодисменты, 10 баллов. Молодцы. Осталось узнать результаты стараний. Называй счет. Это молодцы. Проснулись, наконец-таки, наши рестораторы. Зарабатывают они 20 баллов. И 20 баллов. Ну и стабильно, хорошо. У команды наших музыкальных артистов... Сколько? 45 баллов. Молодцы.
Ребят, впереди еще масса конкурсов. Рано делать выводы. Следующий конкурс называется «Кикадзару». Помните, да, правила очень просты. Один в наушниках пытается прочесть по губам другого слово сочетание. Кто первый пойдет? Ну, конечно, да. Давайте, ладно. И Виталий Александрович, вы говорите или вы слушаете? Вы говорите, да? Да. Да? Держи, надевай наушнички. Танюш, соберись. Танюш? Все в порядке? Отлично. А, Виталий, тебе словосочетание. Словосочетание «ошалевший капюшон». Попробуй, минута пошла. О-ша. Ша. Тоша. Ша. Тоша. О-ша. Тоша. О. Тоша. О. Не то. Наша. Тоша. О. О. Не кричи. Скажи слово. Ша. Ша. Ошалевший, вши, вши, ушалевший, вши, ушалевший, ушалевший, кададу, 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 капюшон, да, капюшон, капюшон, да, 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 да. 10 баллов в команде, однозначно, да. Кто? Кто? Коша, 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 коту, коша. О, еще ошалевший капюшон. Да. А, ты нас слышишь, а вот теперь уже не слышишь. Сушеный кашалот. Сушеный кашалот. Поехали, минута. С, су, сушеный, су, су, сушеный. Да. Второе слово. Ка. Ка. Кра. Не, ка. 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 А что было? Кашалот. Ка. Ша. Кокоду. Да, молодец. Кашалот. Ша. Шалон. Ша. А? Ка. Каша. Лот. И кашалот. Молодцы. Молодец. Ну, есть же 10 баллов тоже. Молодцы. Не зря мы с тобой еле тренировались. Молодцы. Молодцы. Это именно легкое было. Прошел конкурс. Давай-ка узнавайте цифры. Ну, ровно на 10 баллов вырастает каждое очко нашей команды. Поэтому по 55 у команды музыкального 55. Театра. 55! И солевешечки, и соляночка заслуженные. 30 баллов. И... Друзья, 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 друзья мои, мы продолжаем. Тимур уже в слипере. Давай я тебе помогу подойти ко мне. Это конкурс Куинджи. Идем, 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 идем. Смотри, вот правой рукой это оно. Здесь левой рукой. Да, сейчас Тимур будет при помощи подсказок своих товарищей рисовать, дорисовывать, точнее, картину. Ровно минута, и она начинается сейчас. Поехали! Поехали, правая рука выше, выше, ниже, ниже. Что ниже, он рисует, ниже, скажи? Ниже, ниже, ниже. Вот так, стоп. Вот, вот, чуть-чуть левее. Ты рисуешь лицо круглое прям. Чуть-чуть ниже, чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже. Левая рука выше. Еще вот так, точку. Круг рисую вправо. Поехали. Просто да, как да, лицо, да? Да, да. Вот, отлично. Чикс. Молодец. Теперь левее, 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 выше, 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 выше. Еще выше. Чуть-чуть ниже левее. Чуть, левее, 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 левее. Вот так рисую горизонталь. Тихо. Просто, да? Да, медленно, медленно. Горизонталь. Чуть-чуть. Теперь вниз. Теперь левее. Ой, правее, 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 правее. Погнали. Еще теперь выше чуть-чуть. Ухо рисуй дальше. Выше да, поднимать? Нет, да, да, выше по диагонали. Выше по диагонали. Рисовать? Нет, нет. Точку обратно найди. Верни, назад, точку, назад, вниз. Точку вот. Чуть-чуть выше. Вот, точка. Погнали. Вверх по диагонали. И вверх ухо нарисуем. Чуть да, большое да, просто. Все, да. Теперь дальше, дальше, давай, дальше. Давай, давай, рисуй. За круглую вниз. Щикс. Теперь все, хорош. Теперь левее, 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 левее. Выше, 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 выше. Еще. Итак, стоп, время есть, есть, есть. А, снимай повязку, давай посмотрим, как ты нарисовал это все. Слушай, вообще, здесь 10 отличий не найдешь, да. Ладно, из 10, ну, практически 10. 8 баллов точно даю. Молодцы, да. Идем, Виталий, идем, идем, идем. Стой, стой, вот здесь вот один, а есть вот здесь вторая часть. Готов, у тебя есть ровно минута, чтобы ты начал рисовать. Хорошо. Поехали. Хорошо, опускайте руку ниже, ниже, что рисует, скажи? Машина, стоп. Чуть-чуть левее, чуть-чуть левее, еще чуть-чуть, еще, стоп, стоп,
Нет, теперь чуть-чуть правее, чуть-чуть правее. Хорошо, чуть-чуть вниз опустили на сантиметр. На сантиметр еще вниз. Еще чуть-чуть. Во, отлично. Теперь ведите вправо. Ведите, 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 ведите. Закругляйте, опускаемся, закругляйте, закругляйте прям. Ага, отлично, о-о, отлично, отлично. Стоп, стоп, стоп. Теперь вправо такую же жопку рисую. Жопку. Вниз закругляем, закругляем вниз. Отлично, отлично. Идем, да, да, еще, еще вниз, вниз, еще ведите. Вниз и назад. Хорошо, а поехали. Теперь ровная линия прям вот так вот ведем. Да, и колесо. А, да. Колесо большое, сантиметров. А, диаметр. Диаметр 5 10, сантиметров. 10. Ну, ладно, хорошо, как? Хорошо. Отлично. Отлично. Ну, хорошо, дальше. Закруглили. Теперь отняли. Да. Да. А, центр нашли. Опускаемся вниз, опускаемся. Быстрее, 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 быстрее. Опускаемся. Еще опускаемся. Еще опускаемся. Линия ровная. Куда? Вправо, влево. Вправо, вправо, отлично. Минута закончилась. Снимай повязку. Снимай, снимай. Да, блин, офигенно просто. Это же просто мощь. До десяточки не хватило, если бы еще было бы здесь какое-нибудь окошко, какое-нибудь такое. А в принципе, а в принципе. Девяточка, восьмерочка также одинаково. Ты молодец, молодцы. Денис, нам нужны баллы, и назови скорее. 38 баллов набирает команда рестораторов. И 63 лидирующих балла у команды музыкального театра. Да! Друзья, ну впереди крокодил, он может абсолютно кардинально поменять все, что есть у нас сейчас. А можно ведь получить 5 баллов за угаданное слово. И получить минус 3 балла, если вы слово пропускаете, не сможете его показать. А все ли готовы с вас? Начнем. Кто первый? Тимур! Итак, правила просты. Ровно минута, чтобы ты показал как можно большее количество слов. А, минута пошла. Ты, Тимур, да. Ты, Тимур, это заседание. Блин, да что ж ты? Книга, журнал, писать, читать, заметки, читать, дневник. Читать. Статья. Статьи. Написано что-то, да? Поэма, статья, стих. Стих. Поэма, поэма, поэма. Композиция, не знаю, песня. Это что-то большое стих, или маленькое? Рассказ, большое, рассказ. Да? Этот, книга, история. Повесть. Повесть. Показывай. Маленькое что-то. Ползет, червяк. Гусеница. Гусеница, да. Стреляет, попал в сердце. Орден, 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 орден. Пакет, пакет этот, сумка. Мусор. Мусорный пакет. Мусорный, мусорный бак. Мусорный бак. Мусорное ведро. Мусорный, мусорный, этот, мусорный. Выкидывают, вот эта фигня, да, которая в квартире. Мусорка, свалка, мусорка, блин. А, мусорная, вот эта штука, которая вот труба. Вот эта штука. А, мусор, мусоропровод. Мусоропровод. Да, есть, да, да, да. Очень трудно было. Давай, Вова, погнали. Первое было заседание. Заседание, ну да. Все готовы? Минута твоя пошла. Ящик какой? Дом, дом. 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 Шкаф, бардак, шкаф, кладовая, сарай. Да! Сарай. Бейсбол. Бейсбол. Да! Показывай. Корову доить. Дойка. Дойка. Вымя. Вымя. Да! Тимур знает в этом толк. Врач, этот, суховой аппарат. Терапевт. Как аппарат лор называется? Лор, этот, рентген, не знаю. Как аппарат называется или что? ФГ, это, пациент. На осмотр. Осмотр, молодец, какой! Я армянин. На кайфе, загораю, солнце, загорать. Загар. Загар, загар, да! Что, хлопаешь? Я не знаю вообще, как это. Медаль, бейджик, неймтег, бейджик, имя, да? Профессия или что? Профессия? Итак, охранник. Ресепшн. А, этот, субординация, ну, звание. Ну все, 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 есть, нет, Аня. Аня, у вас менеджер, наверное, да? Да, менеджер у вас, Аня, да? Ну почти, ладно, молодец, Вова, да, 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 отлично. Итак, готов? Шашлык. Минута пошла. Парта. Ученик. Ученик. Доска. Школа. Угу. Школа. Университет. Есть! Салют. Взрыв. Салют. Взрыв. Атомный взрыв. А это как его? Вулкан. Вулкан. Да! Виталий, молчи! Татарин. Участок. Участок. Подделка.
Солдат! Солдат служивый. Служащий. Служащий. Госслужащий. Военный. Военнослужащий. Служил. Служить. Служба. Служить, ладно. Служитель был. 3 балла даю, давай. Троллейбус, автобус. Поручень. Маршрутка. Маршрутка. Общественный транспорт. Транспорт. Транспорт, да, успел. Да, есть, есть, молодцы, да. Удача тебе должна тоже прийти. Сейчас стоять, стоять, дайте я соберусь. Все. Потрогай, так, все, энергетикой соприкоснулся. Минута твоя уже пошла. Монах, значит, вы церковь, поп. Поп, кладбище. Это, свеча. Да что церковь. Такое, могила, что это могила? Такое? Дальше. Хранитель. Господи. Да ну, да, это слово. Так, колбаса резать. Части, нет, части. Сантиметры, метры, господи. Пропускай, если не знаешь как. Пропускай. Этап. Этап, да ну что ты. Так, война, стрелять, солдат, ну ружье. Что, укрытие. Укрытие. Нет, этот катакомб, блин, как нет, это называется? Нет, укрытие, катакомб. Блиндаж. Нет, ну блиндаж, окопы. Ну что такое? Окоп. Ну, засада. Засада. Ну, конечно. Хорошо. Так, колпак, звезда. Звездочет. Звездочет, нет. Это сердючка, не звездочет. Знаю. Звездочет. Тише, тихо, звездочет. Астроном. Да. Да. Слава Богу. Дай Бог слово. Господи. Робин Гуд. Стрелок. Стрелок. Штурок. Какой-то вообще. Давай, Танюш. Танюш, твоя минутка. Давай. Пошла. Так, блин! Птичка! Птичка, птичка, нет, птичка! Что птичка. Такое? Ты в смысле, ну что, да. Птичка? В смысле, что, страус, что ли? Блин! Перо, павлинье, перо, хвост! Да, акула! Акула! Ага, сейчас! Вот так! Штопор! Да! Так, еще бы! Семь! Семья! Не семь ты! Семь! В 7 утра! Утро нет, раннее! Нет. Так, блин. Неделя! Неделя, блин! Господи. Фехтование, шпага! Фехтование, да! 5 баллов, молодцы! Колики, живот болит, гастрит, что язва! Болит? Гастрит, язва, вздутие! Что, вздутие? Так, стой, время закончилось, поэтому нужно, чтобы вот она показывает. Вдруг резко у нее там что-то... Ну, схватил живот. Что с тобой? Что это? Боль! Нет! Схватки, потуги! Спас! Блин, ну как так-то, а? Ну, вообще, спас! Виталий! Сейчас здесь будет, понимаю, я знаю. Ребята, все готовы? Давай! Виталий! И дефибриллятор. Минута пошла! Так, значит, снайпер, стрелок, боевик, охота, жертва, жертва, добыча. Добыча. О, нет, дальше. Косинус. Да. Косинус, блин. Страх, трус. Да. Вода. Сосуд, кружка, стакан. Тихо, чашка. Стакан. Чаша. Блюдо. Записка! Разрывать, рвать! Черновик! Да! И это успело, это что вообще такое? Ой! Ребят, сезон подходит к концу. Предпоследний конкурс завершился, и мы сейчас ждем практически окончательные цифры, но еще можно кое-что поменять. Называй счет, Денис!
Оливешечка. Целых 82 балла. А здесь у рестораторов сколько? 92 балла! У тебя скоро яркое событие. Идея, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Итак, ребята, смотрите, следующий конкурс. Называется «Блиц-шприц». Да. Быстрый, молниеносный. И здесь можно еще поменять, ребятки. Ребятки, можно поменять, можно поменять. Да. Давайте все-таки стремиться к победе. Они первые. Дружище, начинай вот с чего. Назови мне, пожалуйста, города, которые начинаются на две буквы. Их название есть первые две буквы. Это буквы «Ма». «Ма». «Магадан». Мадагаскар. Монреаль. Майами, Мадрид, Мариуполь, Магнитогорск. Ну, все вылетает из головы. Ладно, ну 6 баллов ты получаешь. Молодец, ладно, да. Танюш. Да. Итак, назови, пожалуйста, мне 3 специи на букву Г. Горчица, горошек, Ну а вы подскажете, нет, что есть? Горчица, горошек. Молча! Гвоздика. Гвоздика. Гибискус. Пятерочка у тебя есть. Держи. Есть! Десяточка, горчица, горошек. А горошек какой? Что за горошек? Горошек это считается. Перец, горошек. Не, ну перец, горошек. Ладно, 8 баллов. Ладно, 8. Есть! Виталий, я здесь. Все внимание на меня. Итак, за 5 секунд назови, пожалуйста, троих известных людей с отчеством Ильич. Владимир, Леонид и Сергей. А Сергей кто? Ну, мой друг. А Владимир, Владимир, это понятное дело. А Леонид, это Брежнев. Да, третий. А Сергей, ну, придумай, друг. Ну, кто Сергей есть? Петр Чайковский. Чайковский, ладно. 10 успел, ты 2 сказал. 10 есть, да. Итак, за 5 секунд назови троих советских космонавтов. Юрий Гагарин, Юрий Гагарин. Терещенко. Да, Юрий какой-то. Он даже не знает, что это. Герман Титов, Валентина Терешкова. Терешкова. 5 баллов есть, ты молодец, да. Давид, итак, Давид. Назови произведение Булгакова, 3. «Мастер и Маргарита», первое, а потом еще «Титарь Булгак». Все, «Белый клык». Белый клык. Наваливай, что еще есть? Что ты постоянно? Белая гвардия, Морфий, записки юного врача. Тимур, это решающий раунд, и ты чувствуешь, да? За 5 секунд назови 3 государства на букву «Р». Российская Федерация. Румыния. Австралия. Республика Конго, Руанда, Реюньон. Но ты получил 10 баллов для команды «Красава». Молодец, да! Все. Подошло к концу. И осталось узнать счет. Не тяни интригу, Денис. Давай, раскрывай тайну. Дело в том, что на протяжении всего конкурса лидировала у нас одна команда. Это была команда «Оливье», наш музыкальный театр. Ребята, вы большие молодцы. Набирайте целых 106 баллов. Не знаю, хватит Тимуру баллов на участок, но вы зарабатываете, ребят, ни много, ни мало. 112 баллов. Ребят, я безумно благодарен и рад, что сегодня, в этот день, в финале, были именно вы были прекрасны, выражительны, вы не только театральные, но еще и киноактеры, поэтому кинополитика «Скрытые смыслы» Голливуда, тебе, дружище, Арсен, сними свой шедевр, занимайся режиссурой, Танюша, остроумные высказывания Фаины Раневской, специально для самого остроумного Виталия, да! Друзья, спускайтесь. Итак, самое время одарить наших победителей. На сцену бегом! Давай! Ребятки, ну, всем известно, да, рестораторы знают толк в бизнесе, но
удобнее делать бизнес, строить на чужих ошибках. Есть некий человек, занимающийся бизнесом Alibaba, знаешь об этом. Есть кое-что, связанное с такси. Без подкола. Не потому, что он Давид. Не надо. Нет. Продавец обуви. Тимур. Тоже есть. Аплодисменты, ребята. Но еще не все, ребятки. Победитель, статуэтка. Победитель, статуэтка. Еще одна победитель, статуэтка. Вот они, победители. И мы тоже идемте сюда, скорее. Идемте, идемте, все вместе, все кучкой. Ребят, дорогой телезритель, это был второй сезон шоу Will Done. Вот они, финалисты, вот здесь победители. Здесь самые интересные актеры театра музыкального. Мы здесь все для вас. Шоу Will Done. Смотрите нас скоро. Всем спасибо. Пока.